Этьен Боно де Кандильяк был наставником Фердинанда Пармского, внука Людовика XV. Крупнейший философ XVIII века написал 16-томный труд «Курс занятий по обучению принца Пармского». Ученый выступал по принципиальным вопросам против энциклопедии Дидро, критикуя его материализм. Француз Кандильяк оказал огромное влияние на английский эмпиризм, а также стоял у истоков так называемой австрийской экономической школы задолго до ее возникновения. Главным его сочинением считают по праву трактат об ощущениях, который долго был популярен в Европе в конце XVIII – начале XIX века. Этот труд тоже был новаторским и считается, именно он положил начало современной психологии. Умер ученый в 1780 году. Этьен Боно де Кандильяк оставил нам замечательное изречение. «Хотя Бог и обрек нас на неведение, Он не обрек нас на заблуждение».